Життя кожного ВІЛ-інфікованого – окрема історія. Історія із гарним початком, але страшним кінцем. Чи є вихід у тих, хто його вже не бачить? Чи мають вони надію? Саме про це розповідь нашого героя. Вначале у мене все було добре. Сім'я була вполне повноцінна. Мать, отець, все нормально було. Ну, потім почалося все, що старший мій брат начал употреблять наркотики. Ну, потом через пару лет уже я начал тоже баловаться этим. Брат мой употреблял наркотики, и привело это к тому, что он заболел ВИЧ-инфекцией. Это привело к тому, что он ушел из жизни. Но это меня все равно не остановило, и я продолжал употреблять наркотики. Много раз бросал, но все равно возвращался к этому. Пытался лечиться там медикаментозно, и так оно и снимает все, но психологически это приходит потом обратно. Уже физической боли ничего не нету, но психологически в голове все равно потом через время, через полгода, через год все равно приходят эти мысли. Кажуть, що біда не ходить сама. Разом із наркотиками у життя Сергія прийшов страшний діагноз – ВІЛ – вірус імунодефіциту. Остання стадія якого відома як СНІД. Такий діагноз – це смертельний вирок. Я теж попав в лікарню, мені теж цей діагноз поставили. Ну, я вже з лікарні убіжав, не захотів далі лежати там. Уже у меня мысли были такие, если я уже больной этой болезнью, то терять мне нечего. Я продолжал жить такой жизнью, кололся, употреблял наркотики, воровал. Найстрашніше, що переживають ВІЛ-інфіковані люди, це не фізичні страждання, а душевний біль. Їм здається, що весь світ відвернувся від них, і вони залишилися наодинці зі своєю бідою. Чувства, звісно, не дуже з хороших. Потому что выходишь на улицу, и кажется, вроде мир отвернулся от тебя, люди смотрят. Мне казалось, что люди смотрят на меня такими глазами, как вроде на изгоя, на какого-то отброса общества. Мне казалось, что видят по моему лицу, что я больной этим. И для чего мне жить? У меня не было цели в жизни. Для чого жити, будущого я не видів. Відчай, розпач, відчуття безвиході. Ті, з ким раніше коловся, один за одним відходять у небуття. Сергій розумів, якщо не трапиться диво, він приречений. Я неоднократно приходив в церковь і теж каявся, але відходив від Господа, опять употребляв. Но один прекрасний момент – молитвы моей мамы, наверное, дошли к Господу. Он услышал ее, и Дух Святой коснулся меня, что мне уже самому захотелось забросить это все. Я стала молиться и просить Бога, и веровать. И вот один раз я молилась, и я услышала голос Божий. Услышала я, четко услышала Исаия 45, глава 9. Я открыла Библию, и там написано, что может ли глина указывать гончару, что ты, мол, делаешь. Я поняла, Господь, сказала: Господи, я буду веровать, ждать. И молилась, я ходила, я не пропускала ни единого служения. Моя мама ходила постоянно в церковь, молилась за меня. Да, мать все это время молилась, и она видела эти все моменты, которые происходили в нашей квартире. Материнская молитва – это сильная молитва. Ее Господь принимает всегда. Независимо от того, это будет сразу или через несколько лет, она все равно будет услышана. Бог справді почув мамині молитви. І саме завдяки цим молитвам одного разу Сергій погодився прийти на служіння зцілення у Церкву Спасіння. Того, що трапилося там, він аж ніяк не чекав. На одном служении я услышал такие слова, что
пастор обращался к сидящим в зале, что есть люди, которые больны ВИЧ-инфекцией. И я стоял с закрытыми глазами и понял, что это, эти слова относятся именно ко мне. Я принял их так, как вроде это относится прямо в эту секунду ко мне. И я почувствовал, что Дух Святой коснулся меня. Через пару дней у меня поднялась высокая температура, и меня забрали в больницу с подозрением на воспаление легких. Но воспаление легких не обнаружили, и начали делать все анализы, проверять меня. Они начали смотреть, но не нашли ничего. Конечно, они были очень удивлены и говорили тоже, что это только чудо Божье. И на следующий день пришла врач, и я спросил у нее сам, есть ли у меня ВИЧ. Она сказала, нет, анализы все нормальные. Я переспросил ее, может сдать еще анализы. Она сказала убедительно, что анализы сдавать во второй раз не надо. У вас все нормально. Ну, слава Богу, что это произошло чудом в моей жизни. Бог не просто зцілив Сергія від ВІЛ-інфекції. Він дав йому нове життя. Сергій повністю змінився. Він покаявся у своїх гріхах і прийняв водне хрещення. Сьогодні це здорова людина, яка має ціль життя і справжнє щастя. Когда я уже крестился, я вышел вот из храма и даже маме своей сказал, что вот посмотрел на мир, и солнце даже начало светить по-другому. Начал именно смотреть по-другому на жизнь. Я так как и предполагал, что после водного крещения жизнь преображается полностью. То есть ты умираешь для прошлой жизни, а воскрешаешься для новой. Конечно, я очень счастливый. После того, как Дух коснулся меня, я вообще на жизнь смотрю другими глазами. И мне хочется жить. Воспитывать сына своего, чтобы он не попал в такие же сети. Дай Бог, чтобы через мое свидетельство многие люди видели это и обращались к Господу. В течение этих полгода Господь полностью изменил мою жизнь, освободил от курения, от наркотиков, от алкоголя. После покаяния я почувствовал полностью преображение в моей жизни. Слава Богу, что Дух Святой коснулся, и Господь меня исцелил, и теперь я могу полноценной жизнью жить. Радуюсь тому, что я пришел к Господу, и Иисус мой Спаситель. Слава Богу!